Аппарат «Алмак-01» – это прибор широкого спектра воздействия. Как известно, любые болезни проще предупредить, чем лечить. И именно физиотерапия может стать альтернативным методом лечения, отличной заменой обычным таблеткам. Действие аппаратов основывается на импульсном магнитном поле. Эти приборы, в частности «Алмак-01», можно использовать дома для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы, лор-болезней, травм и других. «Алмак-01» – это портативный прибор магнитотерапии, который обладает уникальным свойством проникать глубоко и широко, самым уникальным именно из портативных магнитных устройств. Лечит заболевания всех суставов практически, остеохондроза, варикозные заболевания, гастрит. А это уже «Алмак-02» – аппарат более широкого спектра действия. Это более 90 различных программ для лечения. Именно благодаря уникальному программному обеспечению «Алмак-02» дает возможность успешно справляться с заболеваниями в домашних условиях. Прибор уникальный. Проникновение магнитного поля на 18 сантиметров, поэтому серьезнее лечит заболевания. Это такие заболевания, как коксартроз, вариант бронхиальной астмы, все заболевания позвоночника. Акция «Здоровые люди» в Сочи стартует 3 сентября и продлится до 10 числа. Только в эти дни приборы «Алмак» можно будет купить со скидкой 15% в аптеке «Адонис ИК» по улице Рост 14. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.